На питерской железной дороге произошло ЧП. 28 июля столкнулись и сошли с рельсов два грузовых поезда. На видео из социальных сетей видно, какая ситуация сложилась после происшествия. Перевернутые поезда, гармошка из вагонов, сколоченные рельсы. Картина больше напоминает сцену из супергеройских фильмов после очередной драки, но, к сожалению, такова российская реальность. В МЧС отметили, что ЧП произошло примерно в 14:40 во Фрунзенском районе на станции «Грузовая Купчинская». По касательной столкнулись грузовые составы номер 38-12 и 12-55. Эта железная дорога используется и для пассажирских поездов. К счастью, их удалось вовремя запустить по резервному маршруту. В РЖД уточнили, что пострадавших нет и ущерб экологии не нанесен. Двух людей сразу осмотрели медики. Устранением последствий исхода занялись специалисты Октябрьской железной дороги. На место были направлены восстановительные поезда со станции Волковская и Санкт-Петербург, сортировочный Московский. Несколькими днями ранее инцидент на железной дороге произошел в Алтайском крае. Тогда пожарная машина на полной скорости влетела в проезжающий мимо поезд. В сеть тоже попали кадры происшествия. Зрелище далеко не для слабонервных, хотя качество видео и страдает от недостатка света. Пожарный автомобиль протаранивает поезд, не останавливаясь возле ограждения. В результате случившегося пострадало трое пассажиров, а водитель пожарной машины погиб. Оказалось, что авария произошла, потому что у машины отказали тормоза. Пишите в комментариях, мог бы водитель остаться жив, если бы не качественные российские детали в пожарной машине. А также подписывайтесь на наш канал и не забывайте про лайки.